Проект, который мы строили почти год, и это Toyota Chaser 81 Twin Turbo. В полной красе, ребята, вы просто посмотрите! Да это что вообще такое? Здесь скрыт маленький один секрет. Здесь вот эти вот вещи, они на солнце будут очень ярко бликовать. Мы построили вот такие сплиттера, сделали мату. И теперь это злющий просто аппарат, который готов просто взрывать эфир. У нас на эту машину большие планы. Чуть позже я вам о них расскажу. Это будет максимально жирно. Ребята, нас ждет, в двух словах скажу, российская Джимхан. Да, ребята, что хочу сказать. В общем, это просто какой-то неистовый аппарат. Сейчас я вам запокажу, что оно делает. С одной рукой рулю, кстати, если что. Протягивать надо, сами понимаете, да? Одна рука всего есть, вторая сторис вам снимает. Ну-ка, связочку пройдем. Давай, давай, давай. Там тоже ручник нужен. О, крестим с этим ручником.